Детская площадка на территории отеля Альбатрос Палас. Делаю вам подробный обзор. Очень симпатичная. Но, к сожалению, вот такие ступеньки абсолютно небезопасные. Вот это я вижу сразу, конечно, и туда детей не подпустить. Hello. Так, для родителей. Где посидеть? Отдохнуть. Смотрите, хорошего размера. Так, а здесь у нас бассейн. С детскими водными горками. Тоже делаю обзор. Папа, make video here. Так, смотрим. Детские аквагорки. Так, проверяем воду. Ну, вода 26-27. То есть не прям теплая, но теплая. Видимо, народу мало, может быть, пока температуру до нужды не доводит. А так вот для деток, смотрите, маленькие аквагорочки. На территории вот такие вот верблюды установлены. Вот красивые балкончики, красивое здание. Травка, цветочек. Кстати, от цветочков аромат очень приятный.